Здравствуй. Здравствуйте. Вот Даша комиссии по проверке соревнования Скачетовского колхоза. Захотели познакомиться с твоей работой. Пожалуйста. А это что? То самое знамя? Оно самое. Заберем. Ну. Стряпать умеешь? Галушки, обоборж. А зачем мне стряп? Да у нас в бригаде стряпуха есть. Угу. Тильки, значит, исты умеешь. Ну, а портки, або рубаху пошить, постирать. Вы хоть и старые, а какие-то такие. Да вы что, извините, комиссия или прислугу приехали нанимать? Да комиссия, комиссия. А он за Мишку Агеева интересуется. Мишка Агеев, ваш знакомый? А при чем тут Мишка? Ну они-то, может, от старости. А вы что, с жары? Так это ж батька Мишкин. Может, сватов засылать собирается. Батька, извините, мне надо до комбайна. От сукин сын, сказывал слухменная и почтительная, а вона о, ровно кобылка табунная. Скачетовского колхоза. За сватами жених. Почтенье Дарья Михайловна. Знакомый нашелся. Ха. Глянь, какой нарядный. Аж упарился. Была здесь Скачетовская комиссия. Познакомились. Ну, бывайте здоровенькие. Я до вас, товарищ председатель. Это по какой же такой важности к нам? Да еще в парадный пор. Да девок наших. О, да девок у нас своих девать некуда. Ишь ты. Это насчет чего же там? Петро! Я, Павел Андреевич. Надо смотаться по бригадам, объявить, чтоб все мужчины собирались в клуб на общее собрание. Есть. А бабы? Женщин не тревожь. Баб не надо. Какой-то вообще собрали на две женщин. Это что за новая мода? Мы права завоевали, да. Казаков на ровное место отодвинули. А вы обратно мечтаете? Извиняюсь, бабочки. Все ваши права при вас остаются. В нашем районе проходят большие маневры. Командование разрешило участвовать в них станичным сотням, а кочетовцы нас вызвали. Так вот, собрание решает, кто из казаков будет участвовать в маневрах. Дело военное, и вам не интересно. Как это не интересно? А может, из наших кто пойдет? Даша! И не важно!
Что за шум о драке нет? Здравствуйте, товарищи женщины! Хоть и побачим, что секретарь райкома скажет! Так, пожалуйста, милости просим! Только там и без вас не продохнуть! Огонь хватит! Есть у нас дончаки, англодонские золотые и наша черноморская коняка. Маленькая, как узелочек. То ушло, то у нас тут пол и конь, и люди, и все на свете. Всем загорелось скачить на коне. И у всех просится рука до шашки. Но придется, товарищи, не всем. Девушки-кавалеристы и ворошиловские стрелки обязательно пойдут на маневры. Ну вот. Но не секрет о том, что на сегодняшний день нам еще осталось закончить уборку колосовых. Да, вот тут-то военные дела без баб и не сделаются. Да не в бабах дело. Давайте думать, как поширше население маневрами охватить, и хлеб не сорвать, и таким аллюром у кочетовцев соревнования выиграть. А вот и у бабах. Забирайте усих начисто казаков, чтоб ни одного не осталось. Предполагаю, что вы бабы сами с уборкой, да и со всем колхозом свою. И вот! Куда они? Ох, эти бабы! Я, как бригадир, скажу прямо. Нема. Нема справнейшей работы, як баба работа. Шо вы не знаете, чи шо? Вони и на машинах, и в бригадах, и на ферме, ну скрізь в колхозі баб. Баб'я громада усе може. Тільки без мужиков вони заведуться, передеруться чертяки, одна другой не подчиниться, брехня брехнёй и буде. Ні, не буде діла, не буде. Що ти за умняк такий, що ума в тебе много, та грошей нема? Чи ти забув, як у германської казаков позабирали? Где ти був? У Восточній Пруссії? Хто тогда у степу поясницу ломав? Хто твоїх дітей годував? Хто і туди, і сюди? Жінка! Кругом одна жінка! Та чи ви забули, як покидали станицю красні партизани? Не забули, приська! Помню! Прорвавшись через ставру. Та чу, Герасим, я зараз не про вас кажу. Хто тогда под шамполами та муками оставався? Баби! І моталися ти, пороти, баби, щоб яко не найдесь, хозяйство не порушилось. А ночі обратно по станиці партизанам гоняють, двірі терзають, стріляють у хату. А вони, тилі баби, на горище або на груші з дітями трясуться. Про то ви забули? Ух, козачуги! І так і далі.
Славно сказала Прасковья. И предложение ее поддерживаю. Хорошее предложение. Только не надо горячиться. Давайте на дни маневров объявим свои оборонно-хозяйственные маневры. Поручим руководству Прасковье. Она опытный бригадир, член правления, кандидат партии. Жох, баба! Ну вот, так пускай с завтрашнего дня забирает она в свои руки все, что сумеет, а всех освобожденных ею мужчин отпустим, пускай повоюют. Кто за? Ты что, дурел? А че это не Дарья Михайловна? Дозвольте вашей дорожке проехать. Обознались. Ваша дорожка обратно идет. Вертайте до девок. Ошибаетесь. Прямо в этот конец и до вас упирается. А степи кругом много. Объезжай подальше. Вот прицепился. Глаза-то у тебя, как у кошки. Ты не кошки, а лисьи. Ей-богу, лисьи. Мишка, не пусти. Сразу сцапал. Сказал тебе, замуж пойду. А глупости от меня никаких не дождешься. Посидим вот так. Ты батьке сказал? Сказал. Ну? А он говорит, что я и семьи ее даже не знаю. Сперва, говорит, познакомимся, а потом подумаю. Ха. Нехай думает. Ты ж мой любый. И никого в районе нет такого славного казака и джигита. Мишка, ты самый лучший. Это верно. Лучше нема. А я вот тоже, как коней увижу, так затрясусь и вся. Вот будем вместе скакать. Куда тебе будет? Что? Детишки пойдут, да и по хозяйству хабур-чабур всякой. Галушки, обо-бош! С батькой твоим мы уже познакомились, наговорились. А тебе что, тоже прислуга нужна? А я все, что казаки могу. Да, и скакать, и рубать. Слышь ты, кугут гололобый, все буду. Замуж выйду и забуду. Мишка! Ну чего ты вспыхнула, Даша? Я ж не виноватый,
Что-то извиняюсь, барышня, по естеству баба. Ой, гляди, Мишка. Да чего мне глядеть-то? Я баб больше, чем каунов видел. И все они, как кауны, одинаковые. Мишка! Дашка! Дашка! Дашка, я за тебя спокойный. В технике ты способная, аккуратная. Бригаду наладить я тебе помогу. И начнешь ты теперь, Нюрочка, сама машиной командовать. Ой, Павло. Я боюсь. Вот была у меня еще одна думка. Хорошая. Сцепить два комбайна, да потягаться с депутатом Бориным. Ну, да видно, теперь уж не выйдет. Если бы я была такая, как ты, Павло. А хочешь, я тебя научу, Нюрочка? Хочешь? Ой, Павло, не пойму я. Да поймешь. Домохозяйки, вы домом управляете. Вы больше до своих мужей притуляете. Тильки, я вам кажу, пока мы казакам и по военной линии не докажем, они свою гордую думу не бросят. Не будет вам у дому ровного места. А? Ладно. Так вот, оставляйте на 5 дворов для присмотра тароватую бабочку, а остальные... гуртуйтесь до моего резерву. И вы, батьки, хоть и не бабы, а и вас забежают, сыны. Будто нет вам работы в колхозе. Идите и вы до моего резерву. Ну, как у первой бригаде? Заступают бабы. Конеферма? Те тоже теперь, небось, заступили. Свинарник, МТФ, птицеферма. Ну, а там же и завсегда бабы стоят. А ну, посылай замену во вторую бригаду. Выбирай! Не могу! Не пущу я Павлова ребят с комбайна. Послушай, да подождите, Иван Демидович. Не могу, не могу. Ну как я проведу уборку без лучшего агрегата? Подумайте сами. А без грамотных девок я на комбайн, извините, не пущу. Не пущу. Так что же это за директор МТС, если не мог подготовить кадры из женщин? А если война, мобилизация, ты что будешь делать? Да, это такие кадры, что учишь не учишь, а они сезон отработают, да и... декретный отпуск идут. Вот и ищи их тогда. А чего же их искать? Они ж туточки. Вот, 2 смены для моего агрегата. Да вы что? Насмешки строите? А что? Вот Любка, скажете, нехороший тракторист? Хороший. А чем не добрый штурвальный Прося? Добрый, добрый. Да все они хороши. Только ведь из-за них кормящие матери.
А мы, Иван Дмитриевич, решили всем гуртом. Ребятишек организовать и на дни войны идти на работу. Ну, нехай, нехай. Ну, только пусть он берет ответственность на себя. Хорошо, я отвечаю. Комсомол поддерживает. А я сегодня с ними поработал одну смену. Хорошо, идет. Ну и ладно, вместе отвечать будем. А тебя, Иван Дмитриевич, может быть, от ответственности я освободить. Товарищ старший, выйдите на минуточку. Зараз привела смену вашим хлопчикам, товарищ начальник. Ні. Ніколи того не буде. Усе баба може, тільки пожарним бить не може. Ну а коней поганять баба може? Ну може. Капусту водою поливать може? Ну може. З огнем у печі управляться може? Да може. Да почему же вона, бісов син, на тих конях тою водою пожара потушить не може? Ну нехай буде може. А случайно термічних бомб і газової атаки і тому подобної хімічної науки баба може? А? А ну, хімічний кружок, виходіть! Сюди найкращих дівчат з хімічного кружка підобрали. Ну як, председатель? Може. Пробуємо. Мані. А ну, дядька, слазь. Та слазь же. От упрямо. Узмізай, що не слізеш. Не слезіть. У мене не слезіть. Вы подумайте только, ведь он всю станицу озирает. Глаз оторвать не можно, а не то что слезть. Вот так мы его снимем. Ну не может так твердо стоять девка на пожарном посту. И в голове-то у них всякие фигели-мигели. А, еще ладно. Что тут брехать? Ну, никак не может глаз оторвать. Смотрит и смотрит. Микола! Стой! Бисов сын! Стой! Вертай обратно! Ложная тревога! Ха! Вот работа! Мэй! Для маневров пропадает, а? Неужели ж, бабочки, не найдем ему замену? Возьми лучше меня. Уф, я крепкая рубака. Не, дядю, нема среди баб кузнеца. Да и возраст твой такий, что не зазорно с тобой молодую девку оставить. А ну-ка,
Стар Иван, чтоб не было им никакого мечтания. Ось. А ну, Ариша? Вдарь ты. До свидания, Дашенька, я тебе зараз быстрого коня куда. Не могу. Нет, не могу. Эй, казак, бензинова душа, ты что, на войну пешком? Да я ж не кавалерия. А ты наберись духу, седай, я тебя бечевками привяжу. Одного только жалко. Цепь не успел наладить. Ох, и жалко. А ты не горюй. Ще посмотрим. Ну, Нюрочка. Я стыдюсь. Миша, на маневры. Ну, ясно. Ох, и погоняем мы ваших. Не надо, Мишенька, не дразни меня сейчас. Даша! Ну?
Ну что вам, ей-богу, не спится, мама? Да я, дочка... Мне чуть свет сменяться, а вы не спите. Гуляете по ночам. Да я, дочка, шукаю. Пискленочек забежал. Маленькой, пестренькой. Не было бы Шкоды. Товарищ старший лейтенант. Казачий, осветился в частях. Есть. Давай дальше. Есть. Получено сообщение, что разъезд синих около 15 сабель вот прорвался и действует по нашим тылам. Вы же здешние места знаете хорошо. Необходимо обнаружить и ликвидировать противника. Хорошо бы привести языка. Есть, привести языка. Пойдемте в карту. Вот участок, отведенный командованием для действий освяхимовских групп. Так. Наш участок. Понятно. В глубине нашего расположения мост. Вот. Узнаете? Сейчас. О, узнаю. За ним сосредоточена группа регулярных частей, имеющих особо важное задание. Разведка противника может раньше времени обнаружить ее. О. Или помешать переправе. Понятно. В районе этого моста... Ну, Иван, напутляли мы так, что если была погоня, собьются со следу. Слезай! Агеев! Вот что, батя, заберите 5 казаков и забежите в станицу разведать. Не забывать, что мы в неприятельском тылу. Действовать быстрыми глазами, чуткими ушами, а больше казацкой хитростью. Слушаюсь. Народные валы! Не подошли испить, хозяйка! Так и пейте, будьте ласковы! А скажите, между прочим, не проходили тут частя какие? А как же! А вы... Кто ж такие будете? С какой станицы? Из станицы небылицы, от залужни володицы. Кавалерия, а может антиллерия тоже проходила? Да может и проходила, то я не бачила. А и бачила, так забула, дура старая. А вы извиняйте, какой же масти будете? Красные чи синие? Вот прищепилась.
Да я ж тобі не питаю, чия ти така вредно уродилась. Так і що спитати? Фьокна я, Горкунова, Фьокна. Горкунова? І дочка у тебе є? Є. Дашка. Дашка. А ви що? О! Та скажіть ж ви, хлопці, що ми до неї спеціально їхали. По всій станиці тебе, любезна, іскали. Ну, що ж я вам? І дожди, як з предков іде. Єсть у вас товар леденець, а у нас купець молодець. Покупає купець ні куниць, ні лисиць, а красних дівиць. Сваты, да от кого ж ви, люди добрі, що я вас і не знаю? Про Мішку Агеєва слыхала? Слыхала, батюшка, слыхала. Він з твоєю Дашкою гуляє, свинячий син. А я його батька. Ой, лишенько. Та що ж ви стоїте на вулиці? Та просим у вас, заходіть у хату. Дядько, мовчим. Посідайте на канапею. А я-то, дура глупая, думаю, что ты за низок ты про чистя пытаешь? А то были вы, дорогой сваточек. Сваты! Что ответа, как соловей лето? Так вы Агеев, Левонтий Пахомыч? Так девки дразнивают. Стало быть, вы из станицы Кочетовской? Эге! Ты что ж, Левонтий Пахомыч, про службу забыл? Молчи! Зараз на сватов набегут люди, как зачтут бабы языками чесать. Тильки, ушами хватай, усю дислокацию частей выявят. Ось военная хитрость. Натурально, как в 77-м году пленен был Осман Паша под городом Плевной. Извините вы меня, дуру глупую, дорогой сваточек, а только не отказывайтесь. Вы синий, вы из станицы Кочетовской. Не примите за обиду, что мы вас у плен замкнули. И чинен, старая ведьма! Ох! Не бывать теперь свадьбы, не бывать! Начиняйте! Да не беспокойтесь, дорогой сваточек! Нету таких правил на маневрах! Убийцова сила! Да будь настоящая война, устрелял бы, порвал бы усилий! Да будь настоящая война, я б тебя вместе с хатой спалила! Охолони трохи Пахомыча! Сигналить надо. Да як же ти просигналить з той бісової хати? Глянь. Димом. Затопляй. Эх, кабы травушки свежие для дыма.
кидай в печку фигу с ним. Это что за армия? Пожар! Видишь ты, грех-то какой! Пожар! А казаки наши, они сюда завернули. Куда подевались? Наши! Миколай! Санька! Радуйте! А ну, едь, старые макитры! А то повынимаем шашки и порубаем вас всех капусту! Исчиняйте хату! Стой! Слухай мою команду! Все же маневры! Вон и дитки пугают шашками! Махайте, чем не попало коня в морду! Огонь! Огонь! Да вы что, скатились? А ну, хлопцы! Нажимать, чтоб земля под них вылетела! Какие старые! Потопчем копытами! Осрамились. Нюркин комбай почти целый день стоял, а она, как полоумная, куды смотается. Прибежит на участок, глазенками позиркая, и каже, да так жалобно. Погодите, ради бога, мы еще свое возьмем, мы еще такое зробим. И обратно в МТС закрутиться. И Филька Дашка спарит и спарит. А бабы всю душу положили, грязные, не помыться, не поисты. Набегаются до смерти, и все зря. Подожди, бабы, может, еще и будет. Не такая ж Нюрка, она... Не дал директор второго комбайна. А насчет обид, вторый бисова девка. У тебя справный комбайн наработает, а ты второй. Загубила день, мужчих опозорила. То насчет обид чертяка второй. Теперь все равно. Загубила день. Что мы, бабоньки, включились в это бездна?
пропадем без казаков. Одну ночь без мужика переночевала уже не может. Да я не такая разводяка, как ты. У меня законный. Да тьфу я на твоего, пьяница законный. Ой, бабы, пьяница, да лопни мои глаза. И лопнут. Ух ты, это твой был пьяница. Ой. И батька твой пьяница, ой. И мать твоя пьяница, ой. И жди, дети твои погасли. Цыц! Прошла промеж скотиною, так вона мовчить, а між вами усі, гав-га, да мовчить, дури. Ах ти, какая умная, катись ти свою бригаду командувати. Ти що, не подчиняться? Каждій кошки докланяйся в ножки, командир без мундир. Повертаются казаки, в раз тебя скинут. Маришна, душень, ну да! Которые? Бабы! Вертаюсь я со степу и бачу, казак мой Никифор на маневры не поїхав. І Дунькін Трохим сидить дома, кожух починає. Та ще двох казаков бачила. Що ж, правду казав Никифор. Без мужику вони заведуться, передеруться. Одна другой не подчинится, брехня брехнёй и буде. Вот зараз и пригласим казаков, нехай вони порядок наведут, уму разуму поучат. Прыска, милушка! Та невжели ж мы уступим? Не своюем! Бабочки! Свою! Ай да, бабы, да мужика! Полюбуйтесь, бабочки! Может, кто польстится на такую сладь? Берите! А меня такого казака не треба! Я сама баба! На що не вторая? Та не бабочки, он же хворий! Хворий! Куда ж ему на манеры? Инвалид, ничего не болит! Бач, Валера, над тобою смеются! А лучше меня живую в землю закопай, бо не потерплю такого позора! Уф! И долюка бородатая! Бабахнула орудия! Смотри, лопни! А ну, гать, у хату! А, який храбрий вояка! Усіх баб завалює! Защитник советской власти! На! Держись за мою старую юбку! Я сама от такого срама за него пойду воевать! Правильно! Машка! Что ты задумала, скаженная? Машка! Бабы едут на маневры. Какие бабы? Знаю, едут. И я еду. Забурчи. Ничего не слушаю. Я еду, еду, еду. Замолчи. Тебе кандидат партии кажет. Уся работа рушится. Еще ты мне разложение устраиваешь. Тетечка, родненькая, я сегодня две нормы сделала. Кукленочек, ангелочек, пустите меня.
Пустите, тетечка. Держать! И пропади вы все пропадом! Тетка Прыська, плачете? На! Гляди! Первую гляди! А там нехай все люди побачат, якой вона Прыська кандидат партии! На! Ой! Ай, дура, дура! Я гордо за пап размахнулась! Мы можем! Усе можем, тільки щоб мужики не здавалася таскали, та до разу магнули, та припинали, от то нам легше. Перестаньте, как вам не стыдно. Ну что вы себя роняете? Ух, какая сознательная. Плачьте, милые тетечки. Передохните. И Дашку дуру не слушайте. Плачьте. А что я плачу? Вы не принимайте во внимание. Я ведь плачу, а сама к себе прикидываю. Как бы мне наверстать? Доказать. Вот так же и вы, тетечка. Я знаю. А вот мы поплачем, поплачем, а потом как вытремся, да как полыхнем, на то ж мы и женщины. Мабуть, ты уже все придумала, а? Обожди, тетя Прыся. Даша плачет. И ничего я не плачу. И никуда я не поеду. А вот как шарахну завтра три нормы? Три. Три. Сказано три, значит три. Нюрка свидетель. Обождите, тетя. Даша, хочешь на маневр? Отдай мне твой комбайн с бригадой. Нюрка, опять! Ой, да обождите, тетечка. Слушайте. Павло задумал план, все расчеты и трос, все готово. Только директор МТС, зараза, не доверяет мне и не дает второго комбайна. Но? А план такой, что я одна двумя комбайнами управлюсь. Да ну? Да. Еще дам вам лишний трактор. Подавайте взять сверхплана. Тебе, Даша, можно тогда и на маневры. Едем за тых казаков, что уцепились за наши юбки. Нехай своих жинок в работе заменят. Ну и добрые бабы, идите в поход. Покажите честь советской казачки. А ты их, вояку, я поставлю на что ни на есть бабью работу. Thank you.
20 минут хватит. Частям ударной группы немедленно перебраться через мост Б. Одновременно с началом общего наступления, соблюдая внезапность, атаковать и уничтожить противника. Ударная группа, передавайте. Линия повреждена, товарищ полковник. Товарищ старший лейтенант, пошлите приказ с конным посыльным. Есть, товарищ полковник. Линию восстановить. Есть. Товарищ Горкунова. Этот пакет доставить во что бы то ни стало. В случае опасности уничтожить. Есть.
Ну-ка! Неприятель! Приятельский боец, отвечай, куда едешь? Вот, тогда мы оба... Ой, Мишка, пусти, не трожь, бессовестный! Даша, да ты что, а? Да, как бы не Глебко, так бы ты меня и догнал. Да ты не плачь, дурочка. Ну, чего ты? Нет, ну, чего ты, стрепеточка? Девка коня угнала. То не девка, то черт. Сейчас она добежит, отрапортует, что мост взорван, и пропала вся наша работа. Щербина Иван, оставайся со мной. А вы, хлопцы, ходу, моментально до нашего штаба и все доложить. Пакет командира особо ударной группы. Давайте. Передайте приказ 37-му полку перейти в наступление. Товарищ командир, мост впереди взорван. Разъездом синих в составе 11 сабель. Так, хорошо. А командир у них? Просто черт.
Слезайте. Отряд выведен из строя. Как так? Мы с налету! Сашки порубаем! Не подавив огневой точки, нельзя атаковать конницей. Вы все убиты. Спешится. Товарищ посредник, что ж вы с нами робите, дорогой? Якой же я убитый? А может, кто из нас и не убитый? Переверните шапки, отведите людей и посадите их в сторону. Меня ж конь-то несет, а я не убитый, хоть разок черкану. Товарищ, вы убиты. Эх. Да вот же они с пулеметом сидят, прижухли. Сапер. Стой, товарищи, стой! Молчите. Да убейте же меня по-настоящему, боя не могу! Куда же вы? Эта железная чертяка потонет! Мишка! Шо, сукин сын? Укокали. Я мертвяк еще свеженький. А вот вы, дядю, давно дубу дали. Молодец, казак. Задержал развертывание. Славная гибель у тебя, Мишка. Конец геройской. Як той дитина на железном коняке джигитує. Добрый казак должен быть. Павло! Павло! Жигит Павло! Ось куда наши трактористы Верни моего коня, я сейчас уеду. Ну, ну чего ж ты сердишься? Левкот перековала хотя бы? Перековала.
Не трожь газыри. Эй, Михайло. Возьмите его, задержите крепче. Вот то, что вы сделали, можем сделать и мы. А там побачим, кто сделает побольше. Командование маневрами передает вам спасибо, товарищи. И прежде всего вам, товарищи женщины. Хлеб – это тоже победа. Колхоз, сумевший бесперебойно работать в условиях войны и мобилизации, это тоже победа, товарищи. Впрочем, и в бою был случай, когда девушка перехитрила казака. Он не виноват, товарищ посредник. Но все же знают, какой он джигит и боец. Да никогда бы мне не вырваться, если бы не одна особая причина. И той причины уже нет. Он меня больше не пожалеет. Да ведь я же ее поймал! Она бы у меня никогда не вырвалась. Только она... Да ты не обижайся, казак. Молодец. О твоем рейде по тылам доложено командованию. Ничего. Мы еще не то покажем. Даша! Ну что? Ты чего серчаешь? Да забери хоть все. На. Товарищ посредник, что же они делают? Снимите с меня конку. Скажите, что не может нерегулярное население замыкать бойца в хату. И нету таких правил на маневрах. Успокойся, отец. Такие случаи маневрами действительно не предусмотрены. О! Слухайте усы! О, будь это война, да попади с таким героем неприятель, ему б не поздоровилось. Рачно, рачно! Все равно не бывает свадьбы! Да что это вы, правы? Мы к вам не набивались и вами не нуждаемся. Вы сами до нас сватались. Не! То была военная хитрость. Я не позволю, чтоб наш колхоз такую девку упустил. Христова, Виткинцы, Хрустова.
пашпорт есть? Тема! Пусть тебе тюрьма! Вечней! Сваточек, это зайдите в хату, не обижайте. Не, я уже был там, с меня хватит. О, Леонтий Пахомыч, ну вот как хорошо, выпьем по черепляночке, ну, по черепляночке. Помаленьке, закусывайте, Костя, дорогим, закусывайте. Родина, щоб жито уродило, і житочко, і овес, і собрався рот. Вишайте! Нашей колхозницей расчет произвести, чтоб вона у новом колхозе б не заголодала. Да что вы, ей-богу, с вашим заволячим колхозом? Мабуть, наш не хуже. И без ваших расчетов прокормить. Ну, нехай буде завалящий. Да кушает власти. А мы хоть не слаще, да чаще. А ну, сколько там? 7 021 рубль и 3 копейки. А! Тебе голосить полагается. Ой, дуры девки пошли. Ничего не знать. Вот там. Ой, родимая матушка. Ой, родимый мой. Да ну вас, ну зачем же мне плакать?